Ну и закончим выпуск традиционным опросом. Сегодня ликуйте, транжиры, ликуйте, обладатели кредитных карт, день шопинга. Между прочим, всемирный день шопинга. Отмечается он с 2009 года. Один из интернет-сайтов, который занимается продажей всякого барахла, однажды решил, что 11 ноября они будут делать скидку 50% на все товары. И так вот повелось, и уже 6 лет праздник международный. Оксана Стяжкина решила узнать у кировчан, а какие покупки они совершили в последнее время. Чем можно похвастаться? Расскажите о своих последней покупке. Купил вятскую игрушку. Что за игрушка? С хвостом типа павлина. Это дымковская игрушка? Да. А вы не из Кира? Нет. Это вы все накупили, наверное, да? Да. Из бересты еще изделия. Хлебница и подставки под горячее. Холодильник. Вместительный. 4 морозилки, там холодильник. Много что купили. Давайте, рассказывайте. Зимнюю обувь купили. Хорошую очень, мебель. Хорошую очень кастрюлю. Покупки надо совершать очень редко при таком жизненном образе жизни. То есть при такой жизни очень редко надо совершать. Но тем не менее, баловать и радовать себя надо. Надо копить, уметь откладывать по 10% от каждой зарплаты. Перчатки на зиму. Конфеты купила. Телефон. Очень крутой телефон. Да нет. Крутые только яйца бывают вареные. Так для ногтей. Красный. Просто обычные носочки для того, чтобы в сапожках было приятно ходить. Я вообще по магазинам не хожу. У меня дочка ходит. Я ей денежки отдаю, и мне очень хорошо.